Сегодня у нас в гостях министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян. Здравствуйте, Давид Климович. Здравствуйте. Мы обязаны восстановиться. Мы обязаны. Вот, естественно, это уже будет другой Арцах, потому что потери очень серьезные. Но это не означает, что Арцах уничтожен. И мы должны очень серьезные уроки извлечь, чтобы быть готовыми, значит, к новым вот этим вызовам, к эффективному ответу на вызовы, и чтобы сумели, значит, продолжить вот историю нашего государства, вот этой части армянского мира. Поэтому сейчас идет вот этот процесс восстановления. Естественно, у нас есть безвозвратные потери. Самые страшные – это те молодые парни, люди, генофонд наш, который тысячи людей погибли, намного больше людей ранены. Еще плюс к этому, естественно, определенный психологический удар и так далее. Все это мы должны, естественно, переварить, должны как-то встать на ноги. Но для этого нужно время, для этого нужно целенаправленная, профессиональная работа. Для этого нужен патриотизм и преданность идеалам вообще Отечества. Вера нужна непоколебимая. То есть процесс начался. Арцах вообще он играет очень важную геополитическую роль в нашем регионе, и не только в нашем, далеко за его пределами, на очень большом, огромном геополитическом пространстве. Да, мы маленькая страна, но даже в этом потрепанном состоянии, после вот этих страшных потерь, мы все же сохранили свою геополитическую значимость. Более того, так как сейчас мы на порядок, скажем так, наша система безопасности ослабла, но параллельно усилился геополитический интерес сохранения Арцаха. Понимаете, вот это интересная вот такая специфика вот этой ситуации. Это означает, что есть возможности, есть все предпосылки, чтобы мы сохранились и чтобы мы сумели, значит, занять наше достойное место в этой системе, геополитической системе, да, вот на этой шахматной геополитической доске. Но для этого нужна соответствующая работа. Есть объективные предпосылки, но если мы не будем соответствующим образом работать, мы не сумеем сохранить статус геополитического субъекта. Мы превратимся просто в геополитический объект. Вот, а это очень опасно и недопустимо. Я благодарю вас за ваш лайк. Я благодарю вас за подписку.